В Иванове к юбилею Победы началось благоустройство Аллеи Славы. Территорию напротив памятника героям фронта и тыла огородили. Ведется разборка асфальтобетонного и плиточного покрытия. На работу потратят 18 миллионов рублей. В этом году будет смонтирована система полива и электроосвещения. К маю следующего года аллею будет не узнать. Обещают новый газон и фигурную цветную плитку. Скамейки, светильники, изгородь из туи и клумбы в форме звезды, ордена и флага. По мнению общественности, скорее всего, на пилонах, там, где находится у нас изображение Ники, будет как раз фотография с почетными гражданами нашего города, будут имена тех людей, которые составляют трудовую и воинскую славу нашего города. И я думаю, что это станет местом отдыха наших горожан,